Губернатор Андрей Чибис и консул Франции Уго де Шеваньяк навестили маленьких шахматистов, которые сейчас находятся на карантине в областном центре специализированных видов медицинской помощи. На кадрах запечатлено, как губернатор и консул, облаченные в защитные костюмы, маски, очки и бахилы, общаются с ребятами. Такая экипировка необходима при посещении медицинского учреждения. По словам детей, самочувствие у них хорошее, в палате иностранные гости играют в шахматы и собирают пазлы, чтобы скоротать время до 29 марта. Именно тогда у французов истекает время карантина, и они смогут вернуться домой.